Представляете, мы сегодня одни. Персональная тренировочка. Ты пить уже пойдешь? Да. Опа. Опа. Ну что, Миш, как тренировка? Нормально. Ты хорошо позанимался? Да. Тебе понравилось? Да. Аж мокрый весь. Решили прогуляться перед сном. После тренировочки. Это мои следы. Да, супер. Это мои следы самоката. Угу. На улице кайф, надо наслаждаться. У меня красивый этот цветочек. Конечно, красивый. А, вот он. Кто там говорил, что этот самокат маленький? Кто? Михаил. Ну, Миша сам такой выбрал. Мам, это у самокат большой. Конечно, большой, скажу. Чего вы пендриваетесь? Ой! Кайф! Боже мой, как мне страшно на это смотреть, если честно. Я же тебя уже нашла. Ну да. Ну да. Да, детская горка. Оп. Миш, расскажи, что ты сейчас кушал. Я кушал макарончики и котлетку. Макарончики и котлетку? Да. Вкусно тебе было? Да.